Здравствуйте, уважаемые лентяи! Это видео дополнение к видео «Как просверлить напильник». Были заданы вопросы, какими сверлами это выполнено. Вот упаковка сверл, которые приобретены на выставке. Так вот они упакованы в боксе. Продавались и поштучно, но решил купить в упаковке наборчик. Значит, вот 12-е сверло, которым пытались просверлить ударной дрелью, высверлить шпильку. Одновременно ее выбить. Ну, не выдержала удара напаечка. Лопнула. В комплекте шла вот такая памятка, в которой написаны режимы сверления того или иного материала. Ну вот, опускаемся ниже. Инструментальная сталь. Сверлить только на стойке. 2,5-2800 оборотов. Значит, вот он нарисован напильник, что и было выполнено на видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, задавайте вопросы. До свидания.